Так, друзья, у нас сегодня первый сигнальчик. Разбираюсь с сигналами. Новый прибор сегодня, видите, у меня Nocta Legenda. Красавец просто. Смотрите, какие сигналы. Красота неописуема. Аккуратно, Сережа. Не бросай. Не бросай, как раньше вот это самое Deos. Пустил и все. Нет, тут надо... я уже потерял здесь сигнал. Ну куда положил? Забыл здесь сигнал. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Тут вот, тут вот, тут вот. Опа. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Опа. А, подальше, подальше лопатку, Сережа, не стесняйся. Ой, красавец какой. Ага. Где-то здесь что-то. А вот она. Какая-то штучка-дрючка лежит, вижу. Ну-ка, 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 ну-ка. Опа. Опа, опа. Что-то такое непонятное, ребята. А, ну что-то старое, потому что видно, что медное, такое узорчатое. Что-то, ребята, старое. Что-то старенькое, что-то старенькое. Так, посмотрим. Ай, кривая рука, Сережа, я не знаю, что у меня с руками постоянно. Вообще не держит. А, какая штучка-дрючка, ребята. Непонятно, чего, к чему, зачем, почему, откуда она была. Так, ладно, все, забираем, ребята, штучку-дрючку и идем работать дальше с нашим новым прибором. Говорю уже, потерял хабарницу, я даже не представляю. Ну, буду пока вот сюда вот в карман складывать все свои находки. Хабарницы у меня больше нету. Я не знаю, куда ее дел. Я не потерял, но она где-то валяется. А где? Блин, не знаю, ребята. Какой-то бардак в голове и в жизни вообще полный, капитальный. Единственное, что нравится, что прибор новый пришел. Сердце радуется. С аппаратом снова ходить просто классно. Значит, хочу еще раз выразить огромное спасибо Ивану. Просто от души спасибо за такой замечательный прибор, за такой подарок. Ребята, я хочу что про прибор еще сказать пару слов. Про этот приказ я хожу, просто наслаждаюсь. Реально классно. Мне очень-очень нравится, друзья. Это у нас уже улучшенная модель Nocta Legend. То есть производитель устранил все неполадки, которые были, ну, в начале. Значит, что у нас здесь? У нас полностью идет карбоновая штанга. Вот она, посмотрите, ребята, как красивая, прекрасная штанга. Облегченная, прочная штанга. Без прибора вообще никакой. Значит, здесь катушка у нас уже идет новая, новейшая катушка. Раньше была такая круглая катушка. Это уже по глубине намного лучше катушечка. И прошивка здесь у нас стоит, последняя версия 1.11 прошивочка. И такой вот, смотрите, приборчик. Просто-просто замечательно, ребята. Вот ходишь, просто наслаждаешься. Посмотрите, вот по сигналам еще раз покажу. Так, тут я бросил цветняк. Вот, смотрите, цветничок. Стоят у меня, звук стоит на двойке. Можно звук просто добавить, ребята. Будет очень-очень громко. Кто, у кого плохой слух, кто плохо слышит, смотрите, ставлю на шестерку. Сейчас будет просто пипец. Посмотрите, как он орет. Но мне так не надо. Мне хватает, например, даже двоечки. Двоечки. Ну, единичку даже можно. То есть я прекрасно слышу. Что у нас еще? Сразу скажу. Настройки стоят уже, как бы заводские уже тоже нормальные. Тут сильно даже ничего настраивать-то и не надо уже. Стоит, я в режиме хожу, в режиме парк. Как бы мне вообще отлично, супер-пупер. Да, в интернете, ребята, полно настроек по Nocta Legend. Я даже не собираюсь все объяснять, показывать, потому что сам еще сильно не разбираюсь. Кто хочет, в интернете найдет просто кучу всего. Вот дискриминация, вот, пожалуйста, тоже ставить. Вот там кнопка, кнопочка. Так, давайте поставим на все металлы. И где у нас железо? Вот я бросил кусок железа. Сейчас найдем. Вот. Слышите звук? Убираем железо, дискриминацию ставим. Так, возвращаясь в настройки. Все, ставлю дискрим. Все, железо не видит, ребята. Видите, как замечательно. Железо не видит. Вот чуйка. От 30 и ниже спускается чуйка. Я вот пока ухожу на 27, привыкаю к прибору. И обязательно, что еще надо сделать? Обязательно надо сделать настройку грунта. Находим чистое место, ставим полностью на все металлы. Находим чистое место и нажимаем. Ребята, как вам тут показать? И нажимаем вот эту вот кнопочку качать и держим ее. Держим и качаем. Ждем, пока прибор отстроится. Ну, как-то все, короче, очень просто. Прибор в настройках очень-очень простой.
замечательная вещь, ребята. Просто хожу и кайфую по полной программе. И хочу вам, ребята, конечно, порекомендовать подписаться на канал Ивана, который подарил мне этот замечательный прибор. Внизу в описании стоит ссылочка, в комментарии стоит ссылочка на Ивана. Иван специалист по металлоискателям. Там на его канале вы найдете настройки на все приборы. Там про все аппараты он объясняет, которые только аппараты существуют на планете. У него про все аппараты там есть в настройке. Человек-специалист. Человек разберет не то, что я там, знаешь, так потыкал, побежал. А человек именно глубоко углубляется и рассказывает вам по настройке про любой прибор. Так что обязательно подписывайтесь, ребята, поддержите Ивана. В натуре, ребята, классный аппарат, вообще без разговоров. То есть самое прикольное, что можно еще по воде ходить. Можно просто залезть в воду и нырнуть до 3 метров на глубину. По земле, по воде, во, приборы. На самом деле, тут уже без разговоров. Вы залезаете в интернет, читаете, что отзывы о легенде. Там любой скажет человек, что легенда просто такой вот аппарат. Так, ребята, давайте продолжаем копать, смотрим, что у нас еще там есть интересного. Опа, друзья, всем привет, вы на канале В поиске Клара Серега, что же начинаем? Тин-дрин, ходить с металлоискателем, со всякие разные интересные штучки. Причем с новым металлоискателем. С новейшим металлоискателем, ребята. Вот он, красавец наш. Сюда можно еще дополнительную батарею поставить, между прочим. Она у меня есть в наборе, все в комплекте. Вот он, ребята, красавец, вот он. Красота неописуемая. Так, друзья, у меня сигнальчик. Сигнальчик новый. Сейчас смотрим, что у нас такое есть. Опа. 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 Юпи. Вот так вот. Оп. Угу, что-то вылетело, по-моему. Судя по всему. Вот она лежит, ребята. Комару, иди. Ох ты, пуговица, ребята. Пуговица. Литовская. Угу. Посмотрим, что у нас за красота такая. Погнутая. Жалко, что погнутая, ребята, вижу. Ну, такая, думаю, что года 20-е. Примерно так. Года 20-е. К сожалению, задняя часть у этой пуговицы была из железа. И поэтому безвозвратно ушла. Опа. Опа. Забирай, Сереженька, все, ничего не забывай. И иди искать дальше. Ништячок. По-моему, что-то еще было. Нет, ничего не было. Опа. Все, обязательно проверяем ямку еще раз. Оп. Береги, Сережа, аккуратно, не торопись. Вот такой вот, ребята, кусок железа только что откопал. Ну, как положено, естественно, что полу в цвет бьет, полу в чернину, как и на всех других аппаратах. Вообще не видит. А вот, ну, видишь, пробивает. О, слышно, что какая-то лажа. Во. Ну, это нормально. Сразу ясно, что железо на всех аппаратах одинаково. Звучит, что на Фрогмане, там, B75 хожу, что на Деусе, что на Терке было. Все по стандарту, пускай здесь лежит. Потом, может, буду ходить, заберу железо, буду собирать. Ну, такой, ребята, ничего, сигнальчик проходит. Красивый, по звуку, слушай, что красивый. И 43. Уже такой ВДИ повыше. 43. Может, какая-то медная монета. Я в этих ВДИ-то еще не разбираюсь на легенде. У меня 43 на Деусе, это фольга. Но здесь явно это будет не фольга. Здесь явно что-то такое с таким тонким звуком, что-то должно быть поинтереснее. Может быть, пробка, кстати. Нефиг делать, может быть и пробка. Опа. Угу, здесь. Давайте пинпойтером уже посмотрим. Пинпойчером. Что-то здесь, ребят. Да, точно пробка. Точно, ребята, водочная пробка. Такой красивый сигнал. Ай, кусает. Ладно, еще один кусает. Да что ж такие сволочи, а? Кусачи. Да, пробка, ребята, видите? Все, забираем ее в мусорку. В карман.
изучаю новый прибор, легенду, блин, нравится с ним ходить, знаете. Я схожу со всеми, и с Делосом, и с Фрогманом, и с легендой, короче, с чем придется, с чем я хожу. Нормально, ништяк. Такой сигнал был вообще мощнявый, ребята, сразу понял, что какая-то консервная банка будет валяться. Смотрите, Невея. Невея, откуда она здесь? Я просто в шоке вообще. Кто здесь, блин, гель? Кто-то брился, блин, в лесу. Гель, душ, баланс какой-то, блин, ну его нафиг, ребята. Ладно, заберу мусорку, выкину. Так, друзья, есть хорошая находка, наконец-то. Такой сигнальчик был. Я опять думал, что это самое, что пробка какая-нибудь будет. Смотрите, опять 43-44. Я был уверен, что будет пробка, ребята. 43-44. Вижу, что царек лежит. Какой красивый сигнал, а. Ну-ка, если поставить, ребята, на... Я поставил себе 6 тонов. А если поставить на 60 тонов, ну-ка. О, другой сигнал уже, видите? А если поставить на 1 тон вообще? Угу. Не, самое лучшее, вот мне нравится, 6 тонов ставишь, и хорошо. Самое то для меня лично. 6 тонов. Две копейки, что ли? Так, подождите. Не спешите. Не торопитесь. Орла вижу. Деньга. Может, повезет и сохрана будет, ничего такое. Если фартанет. Ну, по крайней мере, орел, ребята, даже очень неплохой. Ну да, подзанож на 1700, хотел сказать. Вообще долбанулся. 1744, что ли, 34. 1734 год. Елизавета. Ну, такой нормальный лес, да, он постоянно меня там частенько радует. Пошел отсюда. Радует находками. Находки здесь есть. И даже с новым прибором. Ну, легко поддается изучение. Очень легко, ребята. Ну, просто вообще запросто. Да, кстати, вот здесь можно поставить. Смотрю, М. Это у нас мультичастота стоит. Мультичастота 2 программа. Третья. Четвертое, что-то еще не разобрался здесь. А, тьфу, это же это самое идут. Частоты, килогерцы. 20 килогерца, 40 килогерц. Так, мультичастота М3. 4 килогерца, 10 килогерц, 15, 20 и 40. Во. То есть я даже могу вот себе сейчас выбрать, например. Я себе вот 15 поставлю. У меня ходил на мультичастоте, я похожу на 15 частоте. Просто без мультичастоты, не на всех частотах, а именно похожу... На 15-й частоте попробую. Красивейший сигнал, ребята. 35, что-то такое. Вместо мультичастоты поставил 15 попробовать. Но поставим сейчас мультичастоту. Я думаю, что из этого ничего не изменится. От того, что я поставлю мультичастоту. Ну, значит, по-другому. По-другому, ребята. Как-то более стабильный. Все-таки на мультичастоте как-то более стабильный. Мне так кажется. Какой-то более красивый сигнал. Потерял его. По-моему, здесь где-то. По-моему. То ли кажется так, то ли не кажется, не знаю. Не достал. Не достал. Попробуем пинпойтером. Вот она здесь. А, вот, вижу, все, монета. Литовская, 2 или 5 литров. 2 или 5, 5, ребята. Собака пьет кровь, смотрите. Сидит, пьет, а. Опа. Ну что, попил, все. Пошел сюда. Это такая нечастая находка, скажем так. Нечастая, 5 литров. Потеряшка грибников. Места грибные. Ну зачем в лес вообще таскать такие большие крупные номиналы? Я это вообще не понимаю. Обычно рассыпухи, ребята, бывают в таких местах. Плату надо убрать отсюда, чтобы не мешало. Нету больше. Одна была. Потерях. Она споткнулся его об бревно и потерял. Обычно так бывает. Нет, одна единственная, ребята. Закапываем обязательно. И забираем монетку. У меня теперь новая хабарница. Чпок. Надоели мне эти ветки. Черт.
комары тоже надоели. Единственное, что радует, что прибор классно работает. Остальное все раздражает. Очередная находка, друзья. Вижу, что вывалился Советский Союз у нас. Красиво. С сороковочкой. Это у нас будет 5 копеек, ребята. Я обожаю 5-копеечные. Смотри, как алюминиевая бронза сохраняется. Я просто всегда удивляюсь, когда вытаскиваю алюминиевую бронзу, ребята. Как она сохраняется. Их самый популярный год, самый ходовой, естественно, 1956 год. Такие очень частые. Сейчас тебя поймаю, сейчас буду по всему лесу бегать, тебя отлавливать. Вот, честное слово, вот не поленюсь. Пока не найду тебя, именно тебя. И задушу нафиг, блин. Достал уже, блин, привязался и все. И давай в хабарницу кидаем, ребята. Чпок. Привет, ребятушки. Ку-ку. Так, ребята, у нас Игнач проходил. 33 драй унграйций. Вот она лежит, смотрите. Опа. 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 Это у нас пуля Мунье. Мунье. Вот такая вот красавица. Ну смотри, стреляли здесь, оказывается. Полили с таких вот старых пуль. Вот такая вот здоровая, тяжелая пуля. Никакой опасности она сейчас не представляет. То есть можно смело забирать домой и ставить на полочку. Она пустая, ребята. Ну прикиньте, вот такой вот фигней прилетит в лобешник. Что останется от черепухи? Правильно, ничего не останется. Так, все, забираем, ребята. Я сейчас уже по чуть-чуть буду закругляться. Пора мне домой уже ехать. О, что там на дереве такое вижу? Большое. Что это такое на дереве? Что это? Это сувель. Или кап, или сувель. Береза, не? Да, береза, ребята. Береза. Это у нас береза. И сувель такой хороший. Хороший. Такой денег, ребята, стоит. Сувель прикольный. Из него такие прикольные, красивые вещи делают, друзья. Просто очень красивые вещи. Посмотрите, какой он большой. Красота. Дерево живое. Целое. Вещь. Забрать бы его. Пошел. Так. Грибов вообще не видно, кстати. Вроде уже говорят, и грибы пошли. Там уже где-то торгуют. Уже по интернету видел, что показывают, что грибы. Столько хожу по лесу, ни одного гриба еще не видел. Не знаю, где там собирают. Я вообще без понятия. У нас еще тут пока что ничего. Никаких грибов нету. Никаких грибов. У нас есть только Нокта Легенда и все. Так, друзья, где-то тут я хапнул такой красивый сигнал. Очень-очень красивый. Сейчас. Вот. О, красивый. 40. 48 можно. Смотри. 47-48. Прям под шишечкой. По-моему, прям вот здесь где-то. Давайте пинпойтер проверим. Посмотрим. Да блин. Проверим, как работает пинпойтер. Ради интереса. Так, где у нас тут пинпойтер? Подождите, а вот он. Ага, все, отлично вообще. Центр здесь. Центр здесь. Где-то здесь. Только не промазать бы. Ну давай, хочу за один раз, значит, чтоб не мучиться. Фу. Ну, по-моему, выкопали. Где-то сбоку. Где-то сбоку, где-то сбоку. А вот здесь вот. Ничего нету, ребят, не вижу. Ничего не вижу, ничего не вижу. Выпало, по-моему, что-то. Вот она. Фу. Цент? Или нет? Подожди, сейчас пинпойтер уберу. Подождите, давай. Серебро. Или ну, серебро. Я засомневался вначале, думал, что... Потому что бывает, что еще никель. Никель бывает. Монета попадается никелевая. Легенда рубит. Вот она. Так, как у нас ее? Мильда. Мильда. Едвига. Едвига. Мильда у нас латышки. Это Едвига, ребята. Едвига. Посмотрите, серебро. Какой сохран, ребята. Красота.
Красота. Красота, красотища, красота да красотища. Отмывайся, оттирайся. Так, год сейчас посмотрим, ребята. Это у нас один злот получается, да? А нифига, два злота, ребята. Два злотых. Я думал, один злот. Два злотых. И год. Где тут год стоит-то? Не так часто они попадаются, чтобы... Без понятия, ребята, где тут год стоит. А вон, 24-й, по-моему. Короче, не вижу. 34-й. 1934, по-моему, или 24-й, или 34-й. Фу, ребята, посмотрите, какая красота. Вы только посмотрите, какая красота. Едвига. Какая-то жестянка. Да пошел ты в задницу. Да пошел ты, я тебе сказал уже. Ништяк, ребята, все. На сегодня буду закругляться. Хватит, находки есть. Аппарат работает хорошо. Я просто вообще счастлив, просто рад. Несказаемо. Так что, ребята, сейчас вам покажу все находки. Посмотрим. И будем идти домой. Потому что, по-моему, начинается дождь. Это гремит, что-то громыхает. Аппарат, конечно, воды не боится, но зато боюсь воды я. Ну что, друзья, вот такие вот у нас сегодня были с вами находочки замечательные. Просто красота неописуемая. У меня комары там уже, я прям чувствую, где-то с той стороны начинают облеплять. Капитально, прям я чувствую, как они по руке у меня ползают. Ах, как неприятно, ребята, и все, пошли укусы. Пошли укусы. Ивану еще раз огромное спасибо за такой замечательный прибор, за Nocto Legend. Просто хожу, просто реально балдею, очень нравится. Ваня, вот такой вот аппарат. Ссылки на Ивана стоят в описании под видео, ребята, подписывайтесь на его канал. Для тех, кто занимается приборным поиском, для тех, кто именно копает или собирается копать, изучает какие-то приборы, металлоискатели, я рекомендую подписаться, потому что там реально есть что посмотреть, ребята. Переходим по ссылочке в описании под видео, в закрепленном комментарии и подписываемся на Ивана. Спасибо огромное. И от него, и от меня. Пока.